вашему вниманию предлагается резолюция нашего митинга народной воли. Первое. В настоящее время на Украине произошел государственный переворот. Власть захватили украинские националисты. Чтобы вернуть ситуацию в законодательное поле, мы требуем... референдум від 11 мая 2014 години показав є калікає воля ка свободі живі у народу яче від страха смерті. І сада є створена Донецька народна республіка і Луганська народна республіка, кое планирую уединение у федерацію. Називку є найвероватніє бічі Нова Росія. А ми чим осада і спричити о ще одному злочину київської хунти, кої сидесів на дан 9 мая 2014 години, на дан 69-й години побіди у Другому світському рату, і київська хунта одлучила її залі Кирвлю і Тайдан. Ёж несу сохранены свои жертвы одесского геноцида. Ёж несу осушилися сузы. А ведь новые жертвы, новые злочины. Град Мариуполь налазится на югу Донецкой Народной Республики. Тоя лука, стратежская тачка, за испоруку гвоздя, угля. До 20 поста спольно-торговинского промета Украины провозит просто град. У току протеста Мариуполь не был активен, как что и главный град Донбасса Донецк. Между тем, у Мариуполя постояла и группа, которая приузила и надзирала главную административную сграду града, то є града ізвішного органа власті градської. Некілька пута дешавалися сукоби ізмеджу присталіця дєсних сектора і присталіця референдума. Отоку апріла місяця біла є одна пуцнява порід воїнської єдиниці, коя смештена близу на околіні Маріуполя. Тоді істо погинуло некілька людей, вічина їх була ухапшена. І град от 480 хіліда ісчекувало я, що чи бити далі. Збок того,
київська хунта і відлучила да покуша Овий град, постане за ню као тачка, от кое би кренула оборання Незалежної Донецької Республіки. Осада одмах почнем от того, що у подпунності демантує свою западну пропаганду медіа Європи і Америки, кое говоря о спроводженню антитерористической операции на юго-исток Украины, кого подпунно легитимные. Я говорю, там делают бандиты, наоружены снайперским наоружанием, эксплозивом, ракетами, танками. Ну, али, мы видим, что киевская хунта користи против террористов, как они кажу, танковые, хеликоптеры, войску, митролезы. И это как усу террористы, сепаратисты борися со насилием и фашизмом, кое стижием из Киева. Поглядите, ово су обычные люди, становницы града Мариуполя. У пролазу, кое видели появу оклопных гвозила, наруженных автоматским пушкам, невеликого калибра, а львом опасным. И глядите, что ради и пенсионеры, кое врачуются со продавницей пьяца, люди вичу и питаю вазача окопных возила, что вы радите, что вы дошли овде. Да будет с ним ясно, что Аваков народ непобедим. Зато и референдум не до 19 мая на окон 2 дана показался огромные результаты. До 9-10 поста кое суи зашли, голосали за независимость. Некий су от провозника покушали да блокируют точку, как лоб нагвозило. Ставлением шибки или цеви внутрь точка может спречить в обществе наставок критания так как возило. А дозгу ядан человек покушава да тканином, о, почли до пуцу из стопа. Покушава до тканином в затворе возачим и приглед. Люди могут быть и смакнуты у деличи секунды, а лица не плаши тога. Да, западные медиа, да, свете, кое пишу о борбам, о кое воде украинская хунта и о легитимности киевских власти. Бойтесь Аваков народа, бойтесь лажи, кое износите, бойтесь Божьих праведных гнева. Ваза чипок пробился путь к живые люди безоружные и кренул я у свою неправедную миссию. А как у све дешевалося? И за что у Мариуполя 9 мая десилося то, что се зове Мариупольский злочин? 9 мая празднуйся уперкос тому, да и Украине 9 мая кого праздник, дан победы над фашизмом, и его подпунности променен. Сада се он назива дан памчення у погинул, дан моление за нихови души. А смысл я у права борьбы с фашизмом, да все празднуя победа над фашизмом, да он никогда выше не дойдет на власть, что у права сидеться в Украине. И своду Украине, независимо от того, особенно на югу истоку, люди свои зашли со цервенными заставами, со заставами победы, то есть заставы, кое было дигнуто на кровь Рейхстага. И люди ишли су на мирную демонстрацию, посвященную том празднованию. Между тем я истовременно из Киева стигло я наряжение локальному руководителю милиции градского ГМУПа, некому начальнику Андрощуку, да и свакаква демонстрация и свакакви протест поводом 9 мая не треба да ся державую, и люди треба да буду протерны с улицы. Той начальник я нарядил я
главной милицейской управе града, да изверши у реальности наряжение, кое он ей добил. Между тем, цель, кое поставила киевская хунта, была провоцировать у внутрь града насилие с помощью локальной милиции. Али чиновы милиции на овакво незаконитое наряжение руководителя милиции отреагировали под пунным отказом и отбили да нападну демонстрацию поводом дана победы. Тадае начальник Мариупольской милиции Андрощук назвал их телефоном тех, кое ему нарядил то, и рекал, да милиция зашла из него подчинения, из него руководжения и пришла фактически на сторону народа. Сбок того была и организирована казненная операция с целью да справедливо насилие и да се казни непослушные милиционеры и народ. У града ушло около 11 окопных возила, до 60-70 людей сбирные от Национальной гарды, регулярные войски, добровольцы, которые сухтели до участия казни операции, представители десных сектора и предпоставка странных плачника. Эва, как вы дефилирую градом люди у цирной униформы, без обережая, наоружены отаманским пушкам. Народ я стоит и искренне кажем, у приводу их псую, эва, первая жертва, кое ранен. Предня, да се склони камера на пот. Паровойна формация, кое напада Мариуполь, уноси раненика внутрь окопных возила. Граждане с ними на мобильные уриджи, сбок будущих доказа, эвентуальных суджений. Дух су пристизали мешавите снаги, кои упали у Мариуполь со несколько правца. Люди покушавали на тем правцам, а да их зауставлю само голым руками, само протестом. И тут дышавались и трагедии, и человечки драмы. Многие от граждан были лишены живота, многие су ранены. Это мы видим еще одну адекватную ситуацию, где пуцася на становничество града, кое хочет да защитить милицию у неговой сграде, да не допусти да милиционеры, кое су отбили, да участвую в избиянию демонстрации поводом 9 мая, да буду убиены, кажнены или отвезены у непознатом правцу. Чуете звуки пусть. Вот они, нацисты в городе уже. Маски сброшены. Комментатор каже, нацисты ведь у граду маски су скинуты. Задивлюючи, да су становницы града в обште се не плаши и не сокривуюся от наоруженных людей, а супротно от того иду на сусред нима, гневный пуницу праведных гнева, али на жалость поставил лакомета, сад мы видимо, какую люди су дигли руки высь, а овдесу на их храбре стоит буквально на невеликое раздаление от наоруженной группы. С
звідси доносить вики фашистські курви, марш із нашої града. Не чудо, да і після овога, що сидиться у Маріуполі, був таков відзив на референдум. Люди зустояли у Редвина, да, проголосують за незалежність Донецької Народної Республіки. Вони сусолочилися з правим лицем Мирні. Свободу, яку нам обіцяли. Вот она свобода. Это она свобода и демократия, которую нам обещали. Далеко я дан от граждан Мариуполя. Вот он целится на нас. Прямой эфир. Давай, стреляй. Стреляй. Это нишани на нас. Пусть на нас, Вику, Вичу. Видите, человек, какой сидит на чешку. Он не мешание с автоматским пушком, люди, которые все окупились овды. На кого си не шанишь? Оккупанты! Подавать. Ну и храбрые люди кричат на него с обычным кесом из продавницы. На человека, который сидит, который чучнул на чешку сграды, он ей на оружие, на автоматском пушке. Униформисом, у шлему. С ним покушавают, приговаривают люди, и питают, да, отдать ли он мне, за что дошел в Никовград. А он ей спады чува пролазов окопных возилок. Обезбежуя них. Видите, овий чек є добрий погляд обмотки, ранення, піцнявом, прилазив якут і савілся. Все, що у нього Путіна, як ви притні, представлений за пролазичі окопного зіла. Не має в руках оружия. Победа чебути у Киева, увичу. Становницы. Вот они бегают, бегают. Герои Украины, захватчики, оккупанты. Оккупанты, герои под зонцем и на воде Украины. Овый чек я поврежен. Подними голову. Вот он, видишь, снимай. Пулевое, пулевое. Врача, давайте врача. Врача, скорую, пацаны. Пулевое ранение. Хитную помощь, хитную помощь. Заведите там. Раненые метком из-под мышки. Мы не знаем, что дали действие своим чекам. Али с укобома у Мариуполу. По общим податцам. Погинули от 3 до 5 представника так званых киевских властей. От 10 до 15 милиционера, кое субили блокированы у сграде, и о том, что это видите коснее, и до 15-20 мирных становника Мариуполя. Одних били су погоджене намерно, пуцнявом, другие добили повреды от метака, кое отбиялись от стубова, асфальта, бетона. Але свісу вони жертви ової казненої акції, кою придузили київські власті. Іди сюди! Не кидай бутилку, не кидай, не трогай! Саде один, який убієм.
Да. Убили. Убиен. Расстреляна нога и голова. Наверное, пуцанная снайпером. Значит, двое людей. Один повреждены, один мертв. То садится сама на едной адвокации. А вот тут люди зовут террористы. Тем террористы не Соня, не ГТ, други. А овды... Вот украинский паспорт, люди показывают. Я гражданин Украины, блядь. Он у больницы, да. Граду несу террористы, не граждане Украины. Мне надо на него знать. Эва, пассаж и демонстрирует свои. Мужики, у вас есть счастье? Мы с украинцами. Воспользоваться интернетом, телефоны. Воспользуйтесь, посмотрите российские новости, что творится на самом деле. Поглядите, посмотрите, интернет, я вас прошу, поговорите между... Русские вести. Не понял. Что совершал? Я вас понимаю, реальности. Я вас понимаю. День, мы ходим с паспортами. Дома у себя, блядь, за пивом вышел, беру паспорт. Да, мы чтобы вы сада принуждены до века не спасешься. Поговорите, пообщайтесь оружие, между да, собой. Мы не играем в компромисс. Это, нас это не выход с оружием. Здесь все без оружия. Идем за пивом, продавницу носим пассаж. Собирайте свои танки и валите, ребята, на границу. И там овды скотч, все люди без оружия. Защищайте. Сада привозима на непосреднее вышивание Порицграда городской милиции. Пуцали сада из золи представленцы национальной гарды. А овды народ все окупил перед истой сграды. Они все снимаются с другой локации. Наши взяли заложники. Они наши. Наши милиции. Значит, внутри сграды несколько милиционеров убили. Узеты узарабленишства и сада них почну до изводи и унутар окопных возил оставлю. Народ вичи фашисты. Аваква квалификує народ ову войску, кого фашистичку войску. Ми без оружия сейчас, завтра ми возьмем оружие. Ты не боишься? Яр народ найвище любит припозна ту опасность и ту злу снагу, которая окрянута против него. Не готова никогда не видеть звоничницы, а особенно нежели на виде святи, кое помажу и организую аваквы казненные акции. Свегомыслим на западной земле.
Значит, вы ведь видели, да, где находится такое сборная украинское войско, люди в черной униформе. Вон они, люди, суки, прячутся. У войны униформе маскирной. Ну, там люди кто-то еще есть. Без кто-то униформы или с оружием, вестигриста, заедно с 10 окопных возил. Я смотрю, вроде бы как есть ранены. Не знаю, чьей стороны, раз в кроссовках, значит, человек, с ней стороны. Человек, с ним комментариши. Со стороны фашистов. Да, и маленький ранник. Твари бандетки. А он патиком. Прихвостни, блин, западный. Значит, то и от страны фашистов, как он говорит, сниматель этого видео. Западный слепый. Такой же он комментариши. Да, и милиция почва, да, прилази на страну народа. Особенно опять наступает в нашу милицию. У места, где Донецкая Народная Республика остворила некий помок у свести граждана, а свести... Вижу бойцов с желтыми повязками. Как мы, на правой ведь, руке. Видимо, это правый сектор. Подмахнула и схватила ее как упрекню за будучность, представляя его политической кризис Украины. Кажу, да не продворишь, что нишены су резервные проективы за золю. Это вот на кого-то снимайте, покажите правду. Правду, как оно делается на самом деле. Чтобы эта хунта, блядь, которая врет, все извращает. Покажите правду. Как на мирных людей идут войска. Вы видите, что на нашу милицию понесли гранатометы, несколько штук. И ящик с боеприпасами. Доносится свиного милиция внутрь. А вот это кто идет там с автоматом? Вот это вот гнида в гражданском и вот с автоматом. На него, наверное, надо особое внимание. Да. Покажите правду, ребята, правду покажите. Да, город. Захотим вот снимателя, да, прикажи истину и правду. Только правду. О том, что дышало все. Только правду. Умарю. Нашу милицию уничтожают. И не на, нашу не на Порошенко канал. На наше народное телевидение, на Мариупольское. Пускай город посмотрит, что да. Что я поставил результатом вашей акции. Что ж ты, сынок, сидишь? А результатом стала эта сграда. Сынок, стреляй! Била фортуна уничтена. Сграда милиции в граду Мариуполь. Мать твоя гордится тобой будет. Стреляй! Были су убиены вот начальницы сообрачайной полиции. Сидишь, смотришь, совесть тебя не мучает. А? Отвернул рыло, бля. Такой же был убиен руководилец этой мешанной группы по истеклу Мариупол. Значит, убиен был я сигурно ватром. Из сграды милиции. Я можно в спину повалили. Да, вы видите, ниже мертвый припадник национальной гарды внутрь Вольштадт. А наивысшие су страдали мирные граждане Мариуполя, кое покушавали на защите свою милицию. Я в самом центре, около ОВД, вокруг меня военные. Опять защитила своих граждан. Я в центре. А новые казненные акции? А? Сильно, серьезно. Все наши ОВД разгромили, с БТРом, с БМПшек стреляют. Нашу милицию уничтожают. Если бы они помощь бы оказали. В воинской части шли же наши оружие. Ребята, нет? Нашу милицию, да. Да. Ну вот они все здесь, и БМП, и БТР, и все здесь. Ребята, помогите, ребята! Что-то мы не знаем, а
кого из нас раненых или погибло? Да, национальная гвардия. Фашисты! Раненого не трогайте! Калика, можем схватить по видео, то су милиционеры, как реагируют на проглас фашисты, не дирайте раненика. То су милиционеры изнутри сграды износят своего раненика. И сада стоит на коленом, а сигурно милиционер, который фактически зароблен от страны национальной гарды. И они в уку... Куда они потащили, Подъедет. Это национальная гвардия, наемники. Вы видите, с ленточками на рукаве. Ну, украинский флаг, вон они. Это наемники, национальная гвардия. Вот смотрите, кого они берут? Это их отбросы, блин. Это самые бандиты настоящие. Это Киева банда приехала вот это вот, головорезов, блядь, и расстреливали. Это на них что, комментариши, да и ова национальная гарда, и ова люди в цирной униформе и маскирной униформе, на той банды из Киева, кое дошла вот до террориши становничества. И уж да пуцую на милицию градскую. А вако бесстрашие становника Мариуполя, потому что у него хуна живота них с уграджином. Между тем и мало то и совсем другий эффект. И после овердешевания Мариуполя постал наиактивнее град, в смысле его. Нельзя пожарку пускать, они полезли, чтобы подняться. 11 мая на референдуму были су огромные рядовы. Люди заузимали от 6 метров ряд и морали достаи по несколько саты, достигну да проголосую за независимость Донецкой Народной Республики. Вероятная замышленная акция устрашения граждан Мариуполя доживела дебакл. Яр башаваком казненным акциям некое хотел доставить народ на колени, и да он у страху преклонится киевской хунте и забарави на свое порекло, на свою культуру, язык и свободный избор. И далее износы тела из сграды. Дешевание Мариуполу 9 мая интернет и биопун сообщение зналось о том и у Донецку отплик от 100 километров от Мариупола. И там и
ова информация произвела эффект таков, где добровольцы кренули да помогну становищу Мариупола да прогони ову казнену банду, которая оккупировала град. Але о том мы чем приказать мало коснее. Сви суградовы иначе обколены постовыма свидуя сообращая остварюясь исключиво из контролу на пунктовыма и путовыма, кое уладив град край Мариупола и мал несколько таких постов, кое держи войско, кое подчинялось Киеву, представитель национальной гарды. Также измеджу Мариуполя и Донецка на путу наладится несколько постов. И сам Донецк окружен такими блокирующими воинами рампами. На тай начин я власти покушаю да спречи ширины протеста и да один град не дойдет и не придет на помощь другому граду. И так у залованном перстеню может лакше извести било какую каждую акцию или сузбияние билоков протеста. Такова тактика садится користи киевской властью. Прошло уже и 7 дана от массакра у Одессе и смерти одесских мученика, коих има около 116, человека звонично 46, а они звоничные 116, и многие леши весу не стали. Але мы видим, как на 7 дана спроводится полного явное убияние у другом и знатно великом граду, а у Мариуполь. Ну ладно, 500 хили до становника. И света ради под изговором о антитеррористической операции. Они говорится о том, где оба люди не могут до смысле живот со суживот салаком задничком властью из Киева. Там внутри есть раненые. И мало где по светским медиам все говорит истина или стварность раскрыва, да и ситуацию в истоке подпуна. Наши пытаются спасти 80-90 поста становничества пытаются вытащить, спасти. Хочу да живи одвоенно от тук безобразука и беззакония, кое дышалось у Киева. Видите, когда вы из града милицейского града у Ватрии, а люди со первых спрата становничного града покушали да разби прозор и спасе, ако имаешь и как живых внутрь. Значит, под нишаном пушека люди, между тем, рискуют своим животом, да спасу милицию, при 5 минут убияли из различных верст наружания от снайперских пушек, автоматских пушек, вот снявом из золи и сада люди рискуют собственным животом, иду и да покушаю спасти еще неких, кое можно оставить живым внутри. Помимо да я брой жертва улога злочинная измеджу милиции Мариуполя до 10 людей, до 10 милиционеров.
Якою кисне поставила известна начальник милиции, кое иначе и стал я початком много безобразных инцидента, он и покушал да напусти сграду. Косне была информация, да и он я был ухапшен и чак и найден мертвым и обешенным вблизи аэродрома Мариуполь. Але ова информация и засада еще не подтверждена. Ир овый начальник милиции Мариуполя, если человек, кое позвал овде ову войску до спречи или, да скажем, казни милиционера, кое отбили негово наряжение до забрания демонстрацию и шейтню поводом дана победы 9 мая. Ироничный Киев я забронил я коричнение заставы победы, цервенной заставы, кое убили наверху Рейхстага, забронил я истицание других обеляжей, осим я международных, интернациональных, европейских символа цервенных мака, народ Мариуполя и Югостока не прихватил. Скоро съемка закончится. Буду снимать до упора. Алакву измышлетину. И зашел я у шейтню поводом дана победы со цервенным заставом, со сеченем на победу. А лиды селось так, куда я морал да своими руками покушава да заустави на оруженную войску и окопного зила до спречи ников долазок с отцилем до милиция града Мариуполь будет каждый за то, что не хотела до вершин насилия прямо собственным становницам ограда народу Донецкой Народной Республики. Завершитку казненной операции ова мешалита войска покушала да напусти град, а граждане между тем ставили баррикады, и мы видим осада, какое окопного зила со украинским заставом из лази и пробия баррикады. Вот комментар, вот так вот комментар Жены Ямусовой. От полностью объясняла одно становище града прямо тому, что совершило. Баррикаду. Ярова баррикада требовала до спречи, до лазок, помощи или до пульских снаг. Да куда ты на нее прыгнешь, он полтинник хуярит, блядь. Сейчас прыгнет. Он тоже сейчас Снимайте патроны, мужики, патроны сюда снимайте.
Охуєть. Танки стріляли. Тараси, блядь. Козли. А як вам уніться, як Біла Коріщина у Пуцняві, то це чинимися 30-мм топ, який розпоряджений на окопну базилу. Все, пруть, тогда отходите, блядь. Поново на горизонту появляється окопне базило, народ... советую, да, люди расступися, я бразина на кое пролечу окопне возила, все выше опасно, да би и ко богу сада руками или своим телом за уставе пролазок. Творится ёбаный пиздец, блядь. Тежких окопных возила. Я чуюся звук. Люди все разлазят от баррикады, кое поново изградили. Его нечто лети. И зашли люди руками машу, але... Ого, не нужно нечто. Свято штета. И голыми руками на окопно возило, и лакитенковые не едись. Понова поставилася барикада, сегменти барикади реконструюшися з помощ так званих чувених старих гума, кої горіли 2 місяці за рядом на Київському Майдану, осталися символ Київського Майдана. А овде одних от бурі та коразірних, громада дерева, плоча, гума, правиться барикади, кое, на жалость, узалуд. Я не могу да зауставі провазок тежкі окопні техніки, тежкі хвазіла. Из Мариупола остается неясно наивыше, как и на Западу поддержалась антитеррористичка операции Киева на юго-истоку Украины под изговором, да и Киев има право на легитимное корещение снаги. Але не говорится, да и корещение снаги дышалось против мирных становищства. Да и та снага непропорциональна, да и нема наоруженных людей, и да и у Мариупу, рецима, пуцалась на милицию, кое билае унутр сграды, где иначе милиция и ради, где не на родное место. А криво она само у того, что отбило наряжение, да насильничкам акциям с пречи народ, да обави шетню поводом великого праздника данной победы над фашизмом. Значит, да и тотална неправда влада светом. Значит, да и неправда называется правдом, а зло называется добрым. И нику нема гаранции, да саним, кого-то мирным человеком нече поступить. Исто так у кого, что поступили с остановницами града Мариупол и Лиховым милицием. Значит, сваки чек е террорист само за то, что има другомышление. А мышление абсолютно
легально и здраво. Оно состоит само из нескольких речей. Фашизм и прочее. Фашизм был осужден. Люди жили, да живи у миру. Люди жили, да причина свой язык. Люди не жили, да ними управляют бандиты. Между тем, я у Донецку, когда все чули, да я у Мариуполя дышалася аква страшная акция с тяжким последицами за граждане этого града. Добровольцы и народное войско укрыцавалася у камионы со заставами Донецкой Народной Республики, заставами Русской Федерации, Республики Беларусь. И оба люди укренули управцу Мариуполя. Между тем, измежу Донецка и Мариупола има значайная раздолина, а на той раздолине распоряжены су окопно возилы и танковые украинские войски. И шанса да се стигне до Мариупола е била велома мала, ер овде е отприки 200 люди, кои наоружены само лаким автоматским оружием, без метролеза, без топова. И между тем они сукренули. Але успут, калика косне постала известна, ова доброволечка колонна зауставилась близу Донецка, где по информации у одном адмирале, что баравили су войницы национальной гарды, кои су из Киева. И они су обкалили то адмирале, что и натерли 100 и нечто войника национальной гарды да се предаю. На тай начин су добили еш мало на оружание, а представницы национальной гарды были пуштаны и отошли в непознатом карте. Владимир, здравствуйте. Авдия привлек и одной телевизии из Руси. После поставилась на территории града Мариуполя были су запалены окопные возилоники, кое су были оставлены национальным гардом. Ер овы окопные возила покварились у току акции. И коснее омладина града Мариупола запалила окопные возила, кое субили оставлены. Сбок того, да не приеджу поново у на страну национальной гарды Киева. Ну а сейчас в городе как у изгляда сграда, милицейская сграда, кое белое под пуности разбиена от пуцнявы. Если город не отдастся, как сказать, в их руки, они будут использовать систему ГРАД. Вот так вот запалили покваренное окопное возило, кое было бачено. Приликом повлачения. Там, где высадился десант утром. К нам утром прилетел еще один борт, и высадили в бинокль, мы смотрели, больше 1000 людей. Десанта, откуда, не знаю. Вот вы сейчас новинар такой же говорит о том, да и на комповлачение из Мариуполя стигло еще хиляду людей у помощь киевским снагам, кое иначе террористили град Мариуполь. Их прослеживали, водили, отводили от города, блокировали дороги. По нашим подсчетам, то, что мы насчитали... И новинар такой же сообщал, да и киевские власти и войны снаги, кои са распоряжены из-под близу Мариуполя, рекли да тражи да грация преда и да прихвати власть киевску. В противном случае, че быть пуца на него из реактивных систем артиллерийских. Есть ли страх? То су системы град, кои могут да разорю под пунности хектары и хектары. Получается,
території. На референдум хочуть йти всі. Не забуваємо, що то дешавалось 9 мая за два дана до референдума, на коєм рішавалася судьбіна не сама овог регіона, а й вобшти постояння так вог суб'єкта міжнародних права, каушти держава Україна. Как референдум будет проходить? То есть придется жителям идти на избирательные как участки, или, может быть, одержать себе референдум? Квартиры, как это будет идти? Как у людей дали, чи долазите на вирачки места? У явным сградом домом культуры, школам, где ранее были организированы вирачки места, люди, чи идти, в крайнем случае, чи голосование будет организовано и на неким явным местом, торговым и другим культурным местом. Он рассказал нам, кто поджег БМП в центре города, но и о ситуации в Мариуполе мы также поговорили. Трагично все завершило праздник дан Великой Победы над фашизмом в граду Мариупол. Между тем, мы честитим свима праздник 9 мая. Дан победы над фашизмом и желимо на краю докажемо свою поруку смерть фашизму, свобода народу.